день, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем новом обновленном цирке. И сегодня, как директор этого здания, этого заведения, я хочу выразить слова благодарности всем тем, кто помогал в восстановлении нашего цирка. Это и глава нашей республики Игорь Венедиктович Плотницкий. Это и народный артист Советского Союза Иосиф Давыдович Кобзон. Это и Министерство культуры Российской Федерации. Это и государственная компания «Росгосцирк». Это и Министерство строительства Российской Федерации. И, конечно же, наше родное Министерство культуры и искусств Луганской Народной Республики и администрация города Луганск. А сейчас я хочу передать микрофон человеку, который в 71-м году вместе с Юрием Владимировичем Никулиным открывал Луганский государственный цирк. Слово инспектору манежа Луганского цирка 1971 года Олегу Михайловичу Жукову. С Никулиным мы вместе вошли в этот дом. Теперь с вами вместе, родные кругом. Из балаганов захолустных российский цирк увидел свет и стал из зрелища искусством за сотню слишком славных лет. Спасибо за память, за ваши труды. Артисты на старте, оркестр у звезды. Луганский цирк, как феникс-птица, с руин и пепла вновь родится. Зажег огни любимый цирк. Встречаем овации, громкою их. Ура! Ура! Друзья, все ближе волшебство. Под елкой новогодней старинной сказки торжество мы ощутим сегодня.
Ворожит за околицей, то ли полночь разлилась за окном. Сердце тихонько стучит, да не колется. Ой, ой, мне смешно, смешно, смешно. А белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. А я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. А белая зима началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. А я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Началась внезапно, вышла и метет, метет, метет. А я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год. Аллергии, гирлянды, маски, мы, наверное, все в сказке. Да, как в сказке нам с тобой дарят праздник цирковой.
Мчится, мчится к нам обоз из заснеженных полей. В том обозе Дед Мороз со Снегурочкой своей. Здравствуйте! Вот и я. Это уже так ведется, ни одна елка без меня не обойдется. Я, ребята, старый дед. Много мне, ребята, лет. В декабре и в январе я гуляю по земле и хватаю вас за нос, потому что я сердитый, знаменитый Дед Мороз. Ну а к вам пришел не злой, даже добрый и простой. С Новым годом поздравляю всех ребят, поздравляю всех гостей, сколько лиц кругом знакомых, сколько здесь моих друзей. Хорошо мне здесь, как дома, среди елочек седых. Был у вас я год назад, снова видеть всех я рад. К вам на праздничную елку мы пришли издалека. Шли вдвоем довольно долго, через льды, через снега. Шли все дни, не зная лени, не сбивались мы с пути. То садились на оленей, то в маршрутное такси. Были в селах, городах, были в школах, детсадах. Поздравляли мы подряд с Новым годом всех ребят. Здравствуйте, ребята! И какой же новогодний праздник без красавицы елочки? Пришла пора зажечь новогоднюю елку. Пусть огни взметнутся ввысь, елка, елочка, зажгись! Чтобы сказка состоялась, потрудились и немалость. Здесь волшебники, друзья, звать иначе их нельзя. Одолеть такой рубеж, вот они, их ждет манеж. Мы приглашаем в манеж
главу Луганской Народной Республики Игоря Венедиктовича Плотницкого и генерального директора федерального казенного предприятия «Российская государственная компания» Вадима Черменовича Гаглоева. Здравствуйте, ребята! Вы знаете, для чего мы сегодня собрались здесь? Правильно. Вы видели, сколько Дед Морозов здесь пришло? Я вам открою тайну. Пока вы здесь сидите и смотрите представление, они принесли для вас подарки и сложили их в фойе. Сегодня каждый из вас получит свой подарок. Кто сказал «браво»? Вы знаете, подарки – это хорошо. Подарки – это забота взрослых о вас. Ответственность Деда Мороза, Снегурочки и всех, кто будет здесь выступать. Сегодня мы открываем республиканскую, самую главную елку, которая есть у нас в стране. И благодаря помощи таких же ребят с Российской Федерации, их родителей, они сделали очень много для того, чтобы сегодня состоялось первое наше выступление. Сегодня вас будут радовать клоуны. Вы довольны? Клоуны хотите увидеть? Будут выступать акробаты, будут звери и много-много другого. Сегодня открывается для вас феерия ваших сказок, ваших помыслов, ваших ожиданий. И сегодня действительно радуйтесь, празднуйте, потому что действительно свершилась большая победа для вас. Для вас открывается путь в страну сказок. С праздником вас! Не болейте! Радуйте своих родителей, родных и близких! С Новым годом! Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу вас поздравить с двойным праздником, с открытием нового цирка. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Я хочу, чтобы в этом цирке всегда звучал смех и аплодисменты. Не жалейте ладошек. Артисты очень нуждаются в этом звуке, который я сегодня сейчас вот прямо услышал. Звук аплодисментов – это самая большая награда. Вы знаете, как они волнуются? Потому что сегодня открывается цирк. У цирковых говорят «с началом». Ребята, с началом! И вы знаете, сегодня уже третий раз, когда артисты Росгосцирка приезжают в город Луганск. Но до этого не было возможности выступить именно в цирке. И все вместе, и Луганская Народная Республика, и город Луганск, и Министерство культуры, и Росгосцирк постарались сделать так, чтобы сегодня цирк открылся. И в следующем году, я вам обещаю, мы будем обязательно часто приезжать со своими программами, с нашими артистами и радовать вас великим искусством цирка. Потому что цирк – это всегда улыбка, это всегда смех, это всегда родители, детки, бабушки и дедушки. Это семья, это мир, это счастье. С праздником вас! Указом главы Луганской Народной Республики за высокий профессионализм, значительный вклад в сохранение и развитие циркового искусства Луганской Народной Республики, помощь и участие в восстановлении Луганского государственного цирка объявляется благодарность главы Луганской Народной Республики Мединскому Владимиру Ростиславовичу. Мы приглашаем представителя Министерства культуры. Хорошо.
Я представитель, я передам. Хорошо. Выражается благодарность Гаглоеву Вадиму Черменовичу, генеральному директору Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». Кривошеину Андрею Николаевичу, руководителю филиала Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». Мы благодарим наших уважаемых гостей за теплые слова и поздравления и приглашаем вас занять свои места в зрительном зале. Друзья, вам посмотреть пора. Цирковые номера. Подарок номера привез волшебник Дедушка Мороз. Наш праздник продолжается, и представление начинается.
лауреат международных фестивалей Дмитрий Хижняк. Дмитрий Хижняк. Thank you.
фестиваля «Жемчужина цирка» Татьяна Черноскулова. Татьяна Черноскулова. Здравствуйте все. Ребята, а вы не видели моих друзей-клоунов? Они пошли в Комброд и до сих пор не вернулись. Давайте их все вместе дружно позовем. Клоуны. 3-4. Клоуны. А дружнее. Еще разочек. О! Пошла музыка! И клоуны. Идут. Молодцы. Привет. Наконец-то мы все собрались, и мы продолжаем наше представление.
руководства заслуженного артиста Украины Виктора Шульженко. Артисты Шульженко. Встречайте, клоунская группа Тет-а-Тет. Vamos, Leon.
Светлана Бирюкова и ее четвероногие друзья.
Рафаэль Кирашов.
балет «Империал». Таисия Александровна Краснова, Марина Максимова и Александр Федорович Аверишин. Авершин. Александр Федорович Авершин. Таисия Александровна, вращайте, пожалуйста, барабан, ваш ход. Рассветное время. Ну, слушай. Собака умница! Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о. Я шоколадный заяц, и губ твоих касаясь, я даю так легко. О-о-о. Кто? Дефо. Кто? Даниэль Дефо. Точно! Ты не ваш. И эта автомагнитола тоже ваша. Аплодирует студия. Аплодирует телезрители. Аплодирует стоя. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава.
гордо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын траву. Круто ты попал на ТВ. Клоунский дуэт «Тет-а-тет».
заслуженные артисты России Галина и Руслан Гукаевы.